С наступлением тепла увеличивается число мототранспорта на подмосковных дорогах. ДТП с участием мотоциклов происходит в основном по двум причинам – из-за опасных маневров и перестроений, а также превышения скорости. Водителей автотранспорта и мотоциклистов просят строго соблюдать правила дорожного движения и напоминают, что в регионе работает более 350 комплексов фото-видеофиксации. Они фиксируют нарушения любыми видами транспорта, скоростного режима, проезда на красный свет, а также движение по обочине и встречной полосе.